Столичные следователи разыскивают человека, совершившего нападение в супермаркете на улице Ложинской. По информации правоохранителей, около часа ночи посетитель достал из кармана пистолет, возможно, его муляж, и с оружием в руках попытался ограбить магазин, но завладеть 1700 рублей ему не удалось. Как сообщили в Следственном комитете, свой план нападавший не довел до конца по независящим от него обстоятельствам. После фиаско грабитель скрылся. Фотография подозреваемого сейчас будет на ваших экранах. Если вы знаете этого человека, стражи порядка просят сообщить в милицию.